Также сегодня в нашей программе специальный гость, известный волоколамский блогер, корреспондент «Волоколамской недели» Артем Любимов, который расскажет нам о том, как нужно бороться вот с такими ямами. Добрый день всем. Ну, собственно, я уже размещал блог на Ломограде по этому поводу, но повторюсь. Существуют нормы, требования к состоянию дорожного полотна. Если они не соблюдаются, нужно желательно зафиксировать на фотоаппарат или на видеокамеру вот такое вот безобразие, после чего обратиться с заявлением в органы полиции, конкретно ГАИ, чтобы они возбудили дело об административном правонарушении в отношении тех лиц, которые отвечают за данный участок дороги. Вот, собственно, и все. И есть специальный сайт «Росяма», на котором весь этот процесс автоматизирован. А скажи, сколько дней занимает вот обработка одного заявления? Ну вот по моему опыту, после того, как я его направил в полицию, через буквально неделю яма была уже заделана. А вот есть какие-то нормы, то есть как они должны ее заделать? То есть они могут просто накидать и все, и сказать, что мы выполнили свою работу. Будут ли они правы в этом случае? Нет, конечно, все, еще раз повторюсь, должно соответствовать строгим требованиям. Если требования не соответствуют, значит, нужно будет написать еще раз, и тогда и наказание для виновных будет строже. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, до свидания.